что вы речь? Как что? Посмотри, здесь же ноги в костре! Очень похоже на самоубийство. Но я думаю, что убийца может просто водить нас за нос. Смотрите, в кармане его брюк видна записка. Давайте глянем на записку, возможно, это прояснит как-то ситуацию. В радиусе сотен миль нет ни души, а это значит, что убийца один из нас. И при этом я точно знаю, что это не я, значит, это вы. Постойте, уважаемый, но я точно так же знаю, что убийца не я. И, следовательно, мой список подозреваемых тоже довольно скуден. Но я человек, который чтит закон, верит в презумпцию невиновности, и мне нужны железные доказательства. Давайте уже ознакомимся с запиской. А в этом вовсе нету необходимости, мой друг. В письме прекрасно видно, что оно написано правшой, а убиенный был безграмотен. Когда мы учились в МГУ, на все вопросы он отвечал исключительно устно. Что вы на это можете сказать? Устно, да? Хуй устно. Как вам такой контраргумент? Тем не менее, бедная Мэри, супруга убиенного, я был честно знаком с их семьей и искренне переживаю за эту прекрасную женщину. В записке говорится, что он прощается со своей любимой женой Мэри. Но ни о какой любви не может быть и речи, потому что уже 10 лет с ней спал не он, а я. И она всегда говорила, что в постели он ни на что уже не был способен. Он спал с ней. Ха! Я спал лично с ним. Так что пускай эта плешивая шлюха подавится своей наглой ложью. И поверьте мне, у этого джентльмена в штанах был тротиловая шашка. Ха. Если вы имели интимную связь спокойно, то вы должны быть в курсе о его физиологических отклонениях. Если уродство, о котором вы говорите, это та маленькая ножка на животике у него, то я могу рассказать вам больше. У убиенного был брат-близнец, и их разделили еще задолго даже до зачатия. И речь идет обо мне. А та маленькая ножка, которая была у него на животе, это наш младший брат Дениска. Бедный Дениска, он так и не смог вырасти в полноценного здравомыслящего человека. Тогда, может быть, Денис совершил это убийство? Нет, это совершенно исключено. Денис был крайне жизнерадостным человеком и даже собирался поступать в цирковое училище. Правда? Правда. Почему мои подозрения падают на вас, уважаемые? А все очень просто. У вас сложился любовный треугольник. И очевидно, что у вас была ревность, потому что Денис хотел увести у вас жену убиенного, бедную Мэри. То есть вы хотите сказать, что вот эта скукоженная пупырка на пузе хотела увести женщину? Не смешите меня. А вот только семью мою не надо оскорблять. Это моя кровь, моя плоть. И так получается, что если мы соединим вместе все факты, которые нам известны, получается, что убийца тот, кто спал с Денисом. Получается, убийца Дворецкий. Да, истинный убийца я. Ну и Денис тоже я. В 3 года я ушел из дома, оставив на животе брата лапку плюшевого медведя. 20 лет я работал на рыбацком судне. 5 лет из них я работал буем, 2 чайкой. И в этот день я вернулся, чтобы отомстить